знал, в принципе, кто будет играть. Там пару удивлений у меня точно было. Как минимум надо с Белкой поговорить, обсудить. Че, опять была неразбериха с составом. У Виктора еще было несколько вариантов. Там я в первой версии видел то, что Белка должен был играть. Ну да, ну и Белка с утра ко мне подходит, говорит, типа, Викторович, возможно, меня поставит. Если я буду играть, тогда, типа, предупредите меня, чтобы я настраивался. Но потом проходит время, и я так понимаю, тренер Роталин, он решил, что, типа, этот матч должен играть Сычо. Ну, у меня есть другая информация. Какая? Тренер Роталин на тренировке после игры сказал, что вы будете играть по тайму, готовьтесь. То мы приезжаем в отель, и говорят то, что играет только Сыч. И поэтому я не знаю, имеет ли у нас сейчас тренер вратарей или нет. Как ты относишься к тому, что, ну, вот такие качели, тут ты играешь, то не играешь, а в итоге решили, что ты играть не будешь? Ну, братан, я просто не понимаю, зачем остается последнее слово. Если мне тренер говорит одно, а потом я прихожу узнать другое, и тренер говорит, что я должен играть, а кто-то говорит, что я не должен играть. Тогда как мне верить вообще? Если как мне верить вообще тренеру и команде, если мне говорят, иди играй, я иду играть, и мне говорят, нет, сиди. Такая ситуация была с Ромом и с кем-то еще, опять она повторяется, ну и типа, меня просто на качелях каждый раз кидают в яму, и я там сижу. Выбираюсь из нее, и меня опять ногой туда кидают. Ну, мое мнение, я бы Белку на первый матч не ставил бы. Он готов, но я бы поэкспериментировал бы, сделал бы с матч ТВ его вратарем основным. Сегодня первая игра, и тут, мне кажется, ну, понятно, то, что мы прям максимально на результат заряжены. Но я не знаю, ну, а почему меня списывают со счетов, если я готов, тренер Роталин говорит, что я должен играть? И типа, почему меня ставят только такие команды, как Матч ТВ и прочее? Почему я не могу играть с такими же командами, как BBG? Если мне доверяет тренер, доверяет тренер Роталин. А для тебя есть разница между играть с BBG или с Матч ТВ? Для меня есть разница играть. Я играю на 0-2 года. У меня хорошие матчи, я не привожу, я не понимаю, почему, если мне все доверяют, почему мне не дают этого шанса, если я готов играть. Не, ну при этом вот мы приехали сегодня на поле, и нам именно Виктор еще сказал, что он хотел тебя поставить, а ему тренер Роталин сказал, что типа, нет. А ты говоришь, типа, потом на тренировке... Братан, вот... ну тренер Роталин сказал, что вы будете играть по тайму, ну что а вы, когда он это сказал? На тренировке, после, как мы закончили тренироваться, когда мы шли к автобусу. Его сказал, вот вы готовы двое играть по тайму. Он нам сказал, вот Алекс сегодня не играет, вы играете по тайму. Мы сейчас к игре подготавливаемся, после игры идите, готовьтесь, вы всем вдвоем играете. Потом, блядь, мы на обед идем, мне говорят, что играть. Ну тебя это дезморалит, потому что... Братан, ты... конечно. Тебе говорят, ты играешь, ты готовишься, и потом тебе в один момент ты сидишь. И без объяснения причины, вообще без всего. Типа просто. Сказали, играешь, потом приходишь просто. Нет, не играешь. Я хуй его знаю. Не, ну ситуация тяжелая. Ну, здесь, смотря как ты ее воспримешь. То есть, если ну, он просто будет так же работать на том же уровне и выйдет с Матч ТВ. Я хуй его знаю. Это у нас с Ромой такая же ситуация была. Когда мне сказал, Викторович подходит, говорит, ты сейчас играешь во втором тайме. Команда выходит, Викторович говорит, готов, да. Я начал выходить, мне говорят, просто Сыч остается. Хотя Викторович мне говорит, что ты играешь. Поэтому я не знаю. Сколько я вот сейчас опять работал, готов играть, мне говорят, иди играй, мне опять обрубают, говорят, что нет, сиди. Я не знаю.